Лучшие люди Ульяновской области, те, кто не словом, а делом доказал любовь к своей малой родине, сегодня получили заслуженные награды. В 75-ю годовщину со дня образования Ульяновской области губернатор Сергей Морозов вручил отличившимся жителям государственные и региональные награды. По сложившейся традиции, праздником приурочено чествование лучших из лучших. Тех, кто добился выдающихся результатов и наилучшим образом проявил себя в своей профессии при исполнении гражданского или воинского долга. Награды, врученные в день родного края, имеют особое значение и являются свидетельством наивысшего признания заслуг, как на региональном, так и на федеральном уровне. Медали ордена за заслуги перед Отечеством, почетные знаки, именные подарки, ленты и дипломы. Именно так сегодня чествовали лучших из лучших. Но самую высокую награду в этот вечер получила Лидия Саурова. Знак отличия за заслуги перед Ульяновской областью для нее важнее любых других, ранее полученных наград. У меня есть награды и от президента Российской Федерации, но это дороже, потому что это признание тех людей, среди которых ты живешь, для которых ты работаешь. Поэтому просто чувства переполняют, и это очень дорогая награда, я очень тронута. А говорить о своих заслугах, ну, наверное, эта награда и говорит о них. Как отметил губернатор Сергей Морозов, именно благодаря таким людям наша область остается опорным краем России, одним из самых знаменитых регионов и родиной талантов. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.